1942 году основным самолетом фюрера был Focke-Wulf FV-200 «Кондор» — немецкий дальний многоцелевой самолет. Он был переоборудован в роскошный бронированный двухкаютный авиалайнер и назван «Иммельман III» в честь немецкого аса Первой мировой войны Макса Иммельмана. Кресло фюрера было оборудовано парашютом в подушке сиденья и аварийным люком в полу. Кстати, фюрер никогда не разрешал садиться в один самолет сразу нескольким государственным деятелям. В частности, он сам не летал вместе с Гиммлером и Герингом. Эта предосторожность в случае авиакатастрофы не должна была привести к гибели всей правящей верхушки.